Thank you.
нашел эту рогатку у подножья креста. Рогатка очень практична. Ты всегда можешь рассчитывать на нее, если охотишься на мелкую дичь. Я охочусь на птиц у озера недалеко от большого дуба. Их там всегда много. На кресте тоже была птица. Она была распята. О, я уверен, что это сделал не человек, а один из адских слуг Дракулы. Кровожадный и жестокий. Я охочусь, чтобы есть, но они убивают ради своих жертвоприношений. Такому дьяволу они служат. Они исчезали какое-то время, но недавно они снова появились. Когда я отодвинул эти камни на кладбище, я нашел странное кольцо. Странный голубой свет указывал прямо на это место. Ты видел синее пламя? Синее пламя появляется только в ту ночь, когда демоны рвут свои цепи. Этой ночью ни один человек не осмелится принести что-то домой с улицы. Даже если голубое пламя будет указывать на клад. Интересно, для чего он им нужен? Когда я была ребенком, моя бабушка рассказывала мне историю о нападении варваров. Практически каждый клочок земли в этом месте был покрыт кровью. Но захватчики не нашли много. Крестьяне предпочитали закапывать свое ценное имущество, чем видеть, как оно попадает в руки варваров. Говорят, что это золото проклято. Убери его от меня. Так, нам вот сюда надо. Металл. О, что это за металл? Это...